Ну что ж, продолжим наш марафончик. То есть, видите, я выстроил стенку амбара, полку и положил сюда сноп как бы пшеницы и заточенный теперь уже серп. Там у меня стоит октобокс, ну это не важно, тут мог стоять бы и обычный софтбокс. Просто он у меня, как я всегда говорю, есть, почему в него воспользоваться. Так, и вот давайте мы сейчас вот так снимем, как бы я уложил правильно. Лезвие показано так, то есть все это по диагонали, все это замечательно. Ну давайте сфотографируем. Так. Вот мы сняли такую картинку, да? Ну и казалось бы, если ее вырезать, то в принципе уже для стока бы она, наверное, и пошла. Но вы знаете, вот как раз здесь идет речь об атмосфере. Ну вот я говорю, амбар, да, амбарная дверь со щелями и так далее. То есть нет флэр, то есть нет настроения, нет... Воздуха нет, скажем так, да? Давайте его сделаем. Вы помните, что у меня была натыбренная такая со свалки вещица? Я ее сейчас просто прислоню сюда. Просто прислоню. Так, да, я думаю, что вам видно. То есть я отрегулировал здесь различные щели, как мне захотелось это сделать. И вот давайте теперь с этим снимем. Мы посмотрим, что у нас будет. Обратите внимание, насколько меняется. Вот было до того. Да, освещено, но как-то скучновато. И вдруг вот это. То есть несколько палочек, скажем так, поставлены по горизонтали, дают этот самый настроение, этот флэр дают, да, этот воздух дают. Сейчас я воспользуюсь тем, у вас, к сожалению, ничего нет. Здесь, понимаете, если вот эту вещь поворачивать под определенными углами, то получаешь определенные краски. Я вот сейчас хочу закатное солнце сделать. То есть я сейчас расположу где-то примерно вот так, и будут у меня, вот так я имею в виду, желто-зеленые такие оттенки. Вот сейчас я это сделаю, сейчас поставлю на автоспуск и поставлю. То есть, видите, я получил уже закатные цвета при помощи этой штуки. Что тоже очень и очень интересно. То есть, дорогие друзья, мы с вами достигли того, что я хотел. То есть, я сделал такой атмосферный снимок. А некоторые из вас говорят, а зачем ты используешь спрей для там, атмосферы, еще там пыли и так далее. А почему бы не попробовать этот туман? Я думаю, что он не заменит, но если вы уж так хотите. Давайте сделаем. Вот, я набрал сейчас тумана. Некоторые говорят, Эдуард, зачем ты не пользуешься дистанционкой, там триггеры у тебя же есть и так далее. Ребята, ключевое слово – батарейки. Мне достало эти батарейки, постоянно я... Схвачусь, оно не работает, схвачусь, не работает, еду в магазин, покупаю батарейки, ставлю. Хватает на один день. Эти китайцы Юнгну, они высасывают батарейки за один день. Все, если я забыл выключить, все, до свидания, на следующий день уже можно забыть. И это мне так достает, что я лучше буду на автоспуске работать или на вот так рукой доставать, чем это батарейки бегать покупать. Надоело. Так, и давайте вот мы сейчас сделаем с вами такой снимок. Ну, на всякий случай вот еще один. И посмотрим, насколько он заменит нам спрей.
Ну нет, он все-таки дым есть дым, ребят. Понимаете, а спрей он дает капельки, как бы, да, он там похоже, что это действительно там что-то интересное такое. А это нет. Ну, ладно, то есть я получил то, что я хотел, я получил такой на закате красивый воздушный такой натюрмортик, и теперь я буду его дальше расширять, то есть добавлять хлеб, там яйца, там еще чего-нибудь, но это уже в следующем видео, то есть это уже композиция, это немножко уже другое. Хорошо? Так что марафон продолжается, держите дыхалку. Пока.